Здорово, зрители, с вами Хокси, и сегодня мы будем играть в Golden Source, Doom, Golden Souls. И это мод для Дума, нет, это мод, да, блядь, не знаю, Payday 2. И давайте начнем интро смотреть, будем или нет, хрен знает. Давайте посмотрим. We're gonna play on normal. Начало как у Super Mario 2. Это история про Дунгая. Очень далеко. Давно, блядь. Я говнючий, иди. Люди нашли замок с кучей красивыми рисунками. Они хотели, чтобы эти рисунки стали настоящими. Они начали The Gold Souls Experiment, и вышло, все было хорошо, потом монстры пришли, одни пришли из картинок и спиздили все соузы, и монстры течь контролируют миром, и этот Марин пошел всех срать, убивать. Конец. Не, не конец, начало. This is where adventure begins. Так, я... Стул, ой, извините за эрэль. Так, вот мы начали, хад. Нужно оставить такой. Так, и вот наше начало. Тут мы видим... Beautiful, very beautiful skybox. Видим... Очень красивый ландскейп. Видим, что нельзя идти обратно. И заметили, что это кое-что напоминает. Сейчас зайдете. Ну, да, но вы не уверены, что напоминает. Заходите и такие. Да это ж Марио 64, точно. Оборачивайтесь. Нет. Здесь кто-то, тут айтемшоп, нельзя еще зайти сюда, оттуда, тут тоже нельзя. Я играл. Отсюда можно зайти, ёбаный брат. Раньше вот эта дверь можно была открыться, а то нет. Короче, не буду я его до конца проходить. Давайте посмотрим мои сейвы. А-а-а-а-2, автосейв, 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 Doom. Doom 1, First, Golden Souls, Hell, первый Hell, Out of Dood, Hocus Cock, Puppets. Парапык. Чуть. Парапык. Сейв 1. Сейв. А, вот. Да, вот. Это моя карта, кстати. Вот, смотрите, я проходил Golden Souls, видите? Это он и есть. Это Сос, Вов, Вов, Вовка. Ладно, то есть начнем. Нахрена они тут лайтнинг. Кстати, я еще не понял, как вот такой лайтнинг сделать. Это, наверное, в задуме какие-то химичить надо. Прикольный стейбл, бильярд. Хорошо, кстати, может такую сделать. Чуть было позже здесь. И босс, я тут. Так, я переименовал на сейв 1, и давайте. Вот, мы сюда зашли. Тут айтемшоп есть, и та дверь не открывается. И куда мне идти? Может, в это в окно? А, картины, точно. Опа. Здорово. Монетки? Ёб твою, блин. Fuck off! О, ебать. Кстати, я хотел поиграть новый, за Андроном вышел. Прикиньте, только в Альфе он. Но скоро выйдет, это офигенный, он у меня уже есть. Там можно мультиплеер настроить, это офигенно. И я на нем буду еще один мод обозревать, но не сейчас, подождите. Я уже поиграл несколько минут примерно на этом... Сука. На Зандрономе третьем. И это круто. Там есть и какие-то баги, но пофиг. Так, я что-то хотел делать, но забыл. Да и похуй, блядь. Мы играть тут пришли. Ёбар. Ой, рип. О, шатган. Эта игра пиздец сложная. Ну, этот мод, блядь, почему игра? Ну, что-то... Ладно. Ой, ёбар. Я помню, на этом месте застревал.
прикиньте. Да, с Зондронами третьими были баги. Но они не очень... Не, они заметные, но они не очень важны там. Чё за головка? Ёпать! Ай, вспомнил эти хуйни, блядь. Сука, эти головки от пизды. Сука, эти головки от... Блин, мне надо дисклеймер поставить, что мат тут заебись много. Но для этого качество видео ухудшится где-то в миллион. Так что я не буду. Ладно, в описании, дескрипшене поставлю дисклеймер. Кстати, у Скарса... А, вот что я хотел посмотреть. Подождите, я сейчас... Я у Скарса видео смотрел. Тот, кто не знает Скарса, то зацените его канал. Хороший кот сделает новости всяким ютуберам. Так вот, блядь. Так. Он, короче, сказал, что в YouTube добавят новые правила какие-то, и Troll Channels и Troll Video будут забанены. Так что, реп, наверное, новый канал придется создать. Так, нам туда, но я попытаюсь это достать. Это знаете, как долго сейчас длиться будет? Потому что я это раньше пытался. Не, а нихуя. Я уже, походу, прокачался в скиллах. Еще кто? Нет. Я еще на харде проходил первый раз. Это вообще пиз. Это дробаш импа в ваншоте. Конечно, попасть, блядь, а не как я промазывать каждый раз. А это два удара. Ебать, кто мне так цапнул? Ладно. Пойдем его ушатаем, блядь. Нет, достаточно был. Сука, это был, да? Надеюсь, мою клаву не так-то громко слышно, потому что я знаю, как это противно, когда кто-то стучит по клаве. Ну, например... Блядь. Например, я с другом в скайпе сижу, и он... Представь. О, ебать. Кузи! Это же... Рум над румом, как он это сделал? Ой, ебать, тут походу вверх не надо смотреть. Не, ладно, я не обращать внимания. Да, это же комната над комнатой. Как он это сделал? Я знаю, как он это сделал. Он сделал небольшой рум. А это стол. Ладно, забить. Все круто сделано. Мать. Ну зачем вы так? Тут, блядь, головка и этот суд. Султан сразу. Так, головку мы сейчас снимем. Все, готов. Все? Да, все сдохли. Аптечка большая. Подождите. Извините, что так много ухожу. Я потом смотрю, сколько места занимает бандикам, потому что это пиздец. 8 минут засняла 2 гига уже, охуеть, блядь. Головка еще. Вот как сложно 60 FPS снимать. А. Сука. Мне надо больше места. Не, ну это нормально, что? Столько гигабайт места у меня есть. Но... Дело в том, что, блядь, заливается дохуя часов. Вот у меня все, у меня download speed пиздальон раз больше, чем upload speed. Когда я что-то даунлоудю, upload speed занижается еще хуже, блядь. Так что я не знаю, что делать, чтобы download speed был больше, а у меня это нормальный. Что это за хуйня? Ты куда? А, он монеты выбрасывает. Стой! Монета! Понятно. Надо.
Оп. You got a golden soul. Oh yes. Ау, босс, I got a golden soul, босс. Ебать. А, можно item shop? Да. Ты чё за... Ебать, чё у тебя с рукой? Эй, сука, ты кто? Блядь. Так. I can't afford anything. Got... Я... Хотя бы скажите, сколько, блядь, стоит потом. А, ладно. Так, открывается. Да, сюда пошли. Ванила Гилс, ёпы. Это 2D отсылка на одну игру, но это очень сложно догадаться, какую. Удачи. Наверное, все видео ебать, коллаж. И патрон закупил. А! Не надо было его использовать сразу. Это мне напоминает шотган из Black Ops 2 Zombies. Там он продавался вначале. Ёбаный в рот, засада. Имя какой-то бабы было вроде... Я не помню как. О, заебись. Нет, пока что да. Пока что не пойдет. На какую кнопку? А, вот сейф. Так. Ай, кто вспомнит, тот молодец. Ну, один, блядь. Я знаю, кто меня смотрит, и он ненавидит, балдуйте. Кто играет в Call of Duty зрителей, кто поймёт. Вроде Джессика, блядь. Сука. Ты пиздите меня, блядь, ёбаный в рот! Меня сверху им застрелил. А, давайте с калашом бегу. О, сука, головка. Братья забыл. Сука! Какой же мой канал, блядь. Ты извращенный. О! Понятно. Ну как ты меня ваншотишь-то? Ебанутый. Ай! Короче, не ваншотьте меня, пожалуйста. Спасибо. Там наверху еще импы есть. О, это пиздец. Сука. Ту монету никак не достать. Ебать, я его достал. Вы скажете, ну чё, второй раз, ну это же изи-писи была. А, я его... Я в это еще раз играл, вы вспомните. И я... Сука, это был кошмар какой-то. Ебать! Тут все, что ли, собрались? Сись. Ну... Это еще и сложно, блядь. Я помню первую версию Souls'ов, Golden Souls'ов, это просто был один левел. Или не один, там вроде 15 где-то левелов было. С тематикой... А, ладно. Я не сказал. Вы должны были догадаться, какая тематика тут. Это очень сложно, предупреждаю. Да, такой шутник, сука. Ладно, хули я несу. Извините, не выходите из видео. Так. А, я кое-что вспомнил. Ну, в эту блевотину можно... Так, тут отсюда вниз вроде. Нет, не вниз. Отсюда я не помню, куда идти, но... Я кое-что вспомнил. Я хотел туда нырнуть, но... Забыл про это. Ай. Вот сюда. Оп, ныряем. И тут сол. Не сол, а
Golden Coin или как это. Быстрее, я сейчас сдохну. Да ладно. И... Эффект Дипвотера я не помню, как его делать. Даже не знаю. О. Раньше этого не было. И... Так. Вы не вышли, да? Вы еще тут смотрите? Смотрите. Когда мы вот так делаем, все нормально, да? А там как-то размывается, что блять. Сука. О! Точно! Спам был. Вот. Ебать, я косой. Сори. А! Надо, короче, все эти... Красные коины забрать, чтобы выйти из мапы. Пойдем тот еще заберем и свалим отсюда, блядь. А! Там еще один коин, что ли? Нет. Ебать. А, там еще один коин. О, сука. О, сука, блядь. Я еще этот достал. Нормально. Теперь надо обратно. А обратно мы пойдем таким образом. Заебись. Так, где там радуга эта сраная? Вот она. Вон монетка сраная. Сейчас все сраные сегодня. Коллекция директора. О, бля, сука. Ха-ха-ха! Вот он. Who's the man? I'm the man. Who's the man? I'm the man. Who's the man? I'm the man. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. С вами был Хокси. Наверное, еще засниму, а хуй его, блядь, знает. Пока.